Снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Саня, у нас солнышко, настроение у нас хорошее. А хорошее настроение у нас почему? Потому что у нас сегодня интересный гость, интересный пациент. Я думаю, и вам будет это интересно. Но с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Озабоченный отец выбегает из подъезда навстречу ему тетка. Говорит, здравствуйте. Здравствуйте. Я классная руководительница вашего Пети. Тут я смотрю, лицо знакомое. А что вы хотели? Знаете, ваш Петя крайне неадекватно и по-хамски себя ведет и говорит гадости. А какие же гадости он говорит? Понимаете, вчера я задала ему вопрос. Всем детям задала вопрос. Говорю, ребята, а у кого самые большие яйца? Это что у вас в школе? Такие вопросы сейчас спрашивают? Очень интересно. А вы знаете, что он ответил? Ну, что? У слона, говорит. Ну, вроде все правильно. Ну, вот видите, и вы туда же. А самые большие яйца у страуса. Тут-то я и смотрю, почему он взлететь не может. Такой анекдот. Ну, и теперь тема дня. Заставка пошла. Ну, очень уже просили показать, как смотрится крыло на солнце. То есть это запчасть у нас не готовилась. Так, сверху покрасилась. Показать, как выглядит переход вблизи. Показываю. Вот так вот выглядит переходик. Еще раз говорю, деталь не готовилась. Мы уже и поцарапать успели. Так вот выглядит. Ну и, как я сказал, сегодня у нас очень интересный экземпляр, а это экземпляр Mercedes V8 AMG Gelandewagen, ну или, как его иногда называют ласково, гелик. Собственно, вот этот автомобиль. Вот так вот он выглядит. Позже я покажу, какие же у него недостатки. Машина приехала с Москвы, как мы видим. По номерам. Недостатки-то в ходе потом покажу. Мы спустили колеса, потому что с первым приколом, которым мы столкнулись, он у нас не входил в гараж. Мы спустили колеса, и чтобы сегодня выехать, в машину сзади садилось 4 человека. Сейчас мы накачаем чуть попозже эти колеса, чтобы они не так ужимались. Приступим к разборке. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что машина действительно сложная в разборке. Сейчас нам с Москвы постараются скинуть мануалы, но мануалов, говорят, нету. То есть все будем объясняться на пальцах, что-то будем сами смотреть. И тут вот мы такую тюняшку такую прибомбили. Во. Тоже как бы лишний груз не помешает, чтобы выехать, да? Сразу вопрос, который у вас может возникнуть. Как же вы его здесь будете красить? Красить мы его здесь не будем. Покрасить мы его будем, скорее всего, на Мичигане. Так что скоро у вас может немножко такие ностальгические моменты проскочить на канале. И вы снова увидите Мичиган. Сегодня сложный день. Сегодня наша задача номер один – это разобрать машину. Ну и, конечно, если мы еще успеем, то избавиться от очагов ржавчины. Прошлый урок вы смотрели, я пытался рассказать о грунтах. Да, многим, может быть, показалось запутанным все, но именно по этой машине, машину мы делаем от начала, вы сможете посмотреть, как же работают эти материалы. Потому что в отличие от других машин, с этой машиной я буду работать с кислотным грунтом. Кислотный, эпоксидный грунт, акриловый грунт. То есть все их я буду применять. Поэтому, если вы будете смотреть внимательно, не перематывая, да, то вполне возможно, что вы все-таки поймете, как нужно работать и почему. По ходу я буду стараться объяснять все.
Но не думаю, что съемки будут очень сильные. Машина сложная в разборке. Скорее всего, мы устанем. На машину у нас неделя. Не знаю, успеем мы, не успеем. Но неделю будем считать от того, как мы ее разберем. Сроки не сильно жмут, но человеку хочется ее побыстрее забрать. До этого машина делалась в Москве на сервисе. Красилась она, по-моему, 3 раза. Вот эти вот участки, которые поржавели, да? И все 3 раза машина не выдерживала больше 2 месяцев, и очаги ржавчины снова появлялись от того, что их плохо вычистили. И, скорее всего, ни реактивным кислотным, да, ни эпоксидным грунтом там дело не пахнет. Хотя пожаловаться на само покрытие краски я не могу. Покрашена машина неплохо. Единственное еще, что меня здесь напрягает, это жабры. Вот такая вот тюняшка. Тюняшка красивая, но она пластиковая, вшита в капот, и уже пошли трещины. Это все придется убирать. Мало того, что просаты, неровности здесь видно на пластике, как он закреплен. То есть здесь идет все волной. Не знаю, избавимся ли мы от этого, но попробуем. Также здесь присутствует вот такой вот косяк. И косяк делался уже неоднократно. Подозреваю, что на месте сочленения 2 этих деталей там ржавчина. Почистим, разберем, посмотрим, что там внутри. Вполне возможно, что придется хирургическим способом решать эту проблему, потому что косметическим способом его пробовали уже несколько раз и не получалось. Это не значит, что там сильно рукожопые мастера. Это значит просто, что ржавчину эту надо удалять, и, возможно, конкретным способом, может быть, мы будем пропилы туда делать, может быть, отгибать пескоструем делать, но это мы посмотрим. И еще один косяк есть, который меня тоже напрягает. 3 основных косяка, которые меня напрягают. Первый косяк – это рамка, а второй косяк – вот это место. Сразу скажу, что под этим местом уже много ржавчины, это видно. И я думаю, здесь я не нарушу целостности машины, если я этот кусок просто выпилю, вычищу, обработаю, поставлю его на место, приварю, зачищу и зашпатлю. Я думаю, от этого будет толку больше. Что еще хотелось сказать, кроме, конечно, этой разборки. Да, на бампере здесь еще бампер идет стальной. На бампере здесь тоже как бы есть косячки. Тоже их будем исправлять. Также косячки имеются на капоте. Тоже ржавчина лезет уже неоднократно. Будем вскрывать, смотреть, что там внутри. Может быть, придется вырезать, не знаю. Потому что пока мы от косяка не избавимся, то есть не уберем саму причину ржавения, она так и будет дальше лезть. Такая ржавчина, она как трава из-под асфальта лезет, ей все равно, чем вы ее перекроете, она все равно вылезет. То есть ее надо убирать реактивами. Ну и еще один неприятный момент, это дверь там сверху тоже. Ну это ладно, это уже не так печально, конечно. Так что предстоит огромная, но интересная работа. Смотрим дальше, не переключаем. Ну, начнем с молдингов. Первое, с чем вы можете столкнуться, как же снять молдинг. Его форма подразумевает то, что и его величина подразумевает то, что молдинг все-таки прикручен болтами к кузову. Но, благо, немцы не такие жестокие оказались к нам, и они его приклеили на 2-сторонний скотч. Такие молдинги снимаются проволокой, да, которой вот мы снимаем стекла. Но там есть один момент, такой технологический изгиб, который, если вы
заденете и порвете, это будет плохо. По крайней мере, деталь не дешевая. Это одно. Поэтому мы будем снимать старым дедовским способом, который, как естественно, старый конь борозды не портит, а именно с помощью шпателя. И будьте внимательны, не надо тянуть молдинг, потому что он имеет металлическую основу. Если вы его сильно потянете, загнете, молдинг потеряет свою форму, и эту форму вы уже не установите. Так что снимаем, не торопясь и аккуратно. Смотрим. Мы начинаем резать. Шпатель аккуратно подсовываем, так чтобы он у вас не царапал. Чуть-чуть делаем натяжку, совсем небольшую. Обратите внимание, сейчас у нас машина на солнышке стоит, поэтому молдинг мягкий. Если бы у вас нету солнышка, делаете вы в гараже или на улице немного прохладно, то погрейте молдинг феном, чтобы клей у вас чуть-чуть растопился. И потихонечку вот такими движениями начинаем снимать. Не торопясь. По чуть-чуть проходим, и таким образом вы снимете весь молдинг. Ну вот мы и сняли молдинг, ничего сложного не оказалось. И чтобы удалить вот этот клей и не попортив лакокрасочное покрытие, это мы потом покажем, как сделать. Также и здесь осталось, да? Но дело не в том. В чем прикол? Если бы мы снимали проволокой, мы бы могли бы расцарапать само ЛКП. Нам этого не хочется делать, поэтому мы сняли таким дедовским способом. И обратите внимание, чтобы потом не искать, как и что где делается, мы подписали молдинг. Так, вот так вот, то есть левое переднее крыло приклеили, подписали. Вот так вот оно клеится у нас. Ну и немаловажный момент, чтобы не зарисовывать, чтобы видеть, где какая надпись стояла, потому что машина покрасится, и следов мы можем не увидеть. Это надо машину зафоткать. Ну, в принципе, когда вы уже приноровились работать шпателем, снимается быстро. Молдинги сняли мы за 10 минут. Нижний молдинг, вот эта фигня, отсовывается. То есть, ну, его проблематично снять, пока у нас не сняты подкрылки. Подкрылками сейчас мы и займемся. А вообще нет, целесообразнее будет, пока солнце есть, погода у нас изменчива, переставить его другой стороной и прогреть молдинги с той стороны. Ну, надо помочь, дядя Олежа. Сейчас я пока срежу здесь молдинги. Ничего сложного. Ну и данный экземпляр будет хорошим руководством. То есть это будет отдельная папка. Машина от и до. Mercedes Gelandewagen. Отдельная папка, по которой можно и будет просмотреть все этапы покраски. С чего начинать, чем заканчивать. И самое главное, хочу, чтобы вы знали, что мое видео, мои способы не являются эталоном. Способов много, люди делают по-разному, поэтому и у вас есть широкий выбор найти способ для себя, который вам будет ближе, который вам будет лучше. То есть не надо зацикливаться на том, как я делаю, то есть способов много. И выбор только лишь за вами. Ну и посмотрим, что же мы приобрели. То есть материалы мы взяли сразу. Взяли сразу вельветку. Я ее называю вельветка, да? Это вот такая наждачка на поролоновой основе. Вот можете посмотреть. Мы взяли тысячный номер, взяли полтора тысячный номер и двухтысячный номер. Но она нам понадобится не скоро, она нам понадобится, когда мы будем полировать. Взяли ситечко, взяли абролончик 800. Это в тех местах, где мы не сможем протереть. 2000 шкурку или наждачную бумагу, кому как удобнее. Ну и взяли мы, конечно, еще вот такую штучку. Ну, снова нас выручает. А это для обклейки проемов.
То есть, чтобы не засрать проемы. Так как на той стороне, скорее всего, мы не будем снимать двери, прокрасим. Мы здесь постараемся переходом сделать. И чтобы не засрать проемы, чтобы не наделать напыла внутрь машины, на те детали, которые не будут краситься, мы будем использовать вот такую губку. Такую губку еще хорошо использовать, это валики еще можно назвать, хорошо использовать на переходах, чтобы не сделать резкой границы. И здесь у нас куча всего, то есть 646 растворитель, это мыть пистолет. Мыть пистолет придется чаще, потому что мы будем работать с эпоксидным грунтом, а эпоксидный грунт не стоит оставлять в пистолете, иначе пистолет вы потом просто выкинете. Бумаги сразу мы набрали побольше, потому что вполне возможно здесь будут вариации всякие. Шкурки взяли тоже, шкурки сразу взяли с запасом разных размеров. Три пакета взяли, потому что, скорее всего, мы будем грунтовать часто, в несколько этапов, поэтому пакетов нам понадобится несколько. Никогда не бойтесь взять что-то лишнее. В гараже, особенно вот эта вот вся трихомудия, она лишней не будет. Взяли также стаканчики, чтобы было удобнее размешивать эпоксидный грунт, вернее, реактивный. Взяли реактивный грунт. Много нам его не потребуется. Потому что он у нас будет в основном защищать. Это первичный грунт, как я и сказал. Вот он идет с активатором. Также мы взяли лак. Лаком будем покрывать новел. То есть вот этот лак неплохой. То есть не буду советовать. Выбор за каждым сам. Взяли шкурки, которые будем работать вручную. Также мы взяли шпатлевку. Шпатлевка у нас спектрал. Ну, это один завод с новелом. Шпатлевка зарекомендовала себя неплохо. Взяли микрофибер. Он нам тоже потребуется. Также к нему идут отвердители. Ну и, конечно же, куда без него. Без моего лучшего помощника от протира. Эпоксидный грунт однокомпонентный. Пока вот все материалы, которые нам потребуются в скором будущем. Также мы не взяли двухсторонний скотч, мы это не предвидели. Может быть, еще кое-что не взяли, но это все по ходу. Краску позже мы возьмем. Краска у нас будет, скорее всего, Сикенс. Ну, в принципе-то, здесь база любая может быть. Новол тоже неплохая краска, тоже можно как бы использовать. Тем более материалы у нас все это. И растворитель еще будет, разбавитель для краски, тоже родной для базы. Вот в принципе, мы решили немножко продвинуться, так как нас там упрекают, да, тряпочками там каким-то трем. Мы взяли вот такую туалетную бумагу. У нас часто Андрюха бегает в туалет. Поэтому вот такую бумагу мы взяли. Это я шучу, конечно. Это руки машину протирать, там такая салфетка. Стоит она 282 тысячи. Это примерно 1000 рублей на российские деньги. Да, вот эти могут валики спросить, сколько стоит. Так, вот это я что-то не посмотрел. Но сразу предупрежу, что на материалы уходит немало. Девушек. Ну и как видно, вот эти молдинги мы поснимали, все у нас подписано, то есть здесь мы уже не перепутаем, крыло, вторая часть за крылом, третья часть, четвертая, все левая сторона. Потом мы это все сложим и свяжем, и положим в подвал, так как эти запчасти нам понадобятся уже только при сборке автомобиля. Ну вот и победили мы все молдинги. Молдинги сняли аккуратно, без заломов, без загибов. Все подписаны. Обратите внимание, порядковая часть от переда к заду. Направление, как должна деталь, и сторона. Связываем все детальки в кучку, чтобы ничего не потерялось. И ложим в укромное место, чтобы они нам не мешали. Потому что не пригодятся они нам долго.
Вам может показаться, что я много лишнего говорю, да, вот эти вот мелочи. Но эти мелочи нужно знать, потому что, как в любом ремонте, через это мы уже прошли. Когда разбираешь машину и начинаешь ее собирать, то получается так, что ты половину запчастей найти не можешь. Поэтому и надо все подписывать. Не надейтесь, что вы все запомните, что откуда и как стояло, это вам кажется сразу. Пройдет день, и вы уже не будете помнить, что откуда и где стояло. Буковки снимаются также. Аккуратненько подрезаете. Не вопрос. Также завязываете, подписываете и в коробочку. Ну и Андрей решил в тенечек здесь спрятаться. И разбирать, чтобы снять нам вот эти боковые. Почему мы их хотим снять? Опять же говорю, хотим покрасить хорошо, не хотим обклеивать здесь, делать граничек. Поэтому запчасти будем снимать. Чтобы ее снять, нужно сначала открутить подкрылок. Здесь вот болтики все хорошо проглядываются, все их видно. Снимаем подкрылок, и сзади должны быть болтики, которые держат, в принципе-то, и сам подкрылок. Здесь вот как раз все не так сложно разбирается. Продолжаем.